Всем привет, меня зовут Дарья, мне 24 года, я первый раз на таком кастинге от проекта Пилка, вот. А я хочу, на самом деле, изменить себе внешний имидж, наверное, полностью довериться профессионалам, чтобы они мне помогли, как вообще, краситься, одеваться, ну, то есть чувствовать себя более женственной и красивой, потому что самостоятельно я этого никогда не делала и не умею делать. А хочу измениться, потому что внутреннее мое состояние не соответствует внешнему виду, всегда одеваюсь на размер больше и чувствую себя просто каланчой среди нормальных людей. Вот. Поэтому мне очень интересен этот проект, и очень интересно, что скажут профессионалы и чем, ну, мне могут помочь, подсказать.